Одессу и одесситов поздравляют с историческим событием – выделением финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Отсутствие стандартизированной взлетки было одним из основных тормозов в туристическом развитии региона. Немало усилий для появления в нашем городе адаптированной к международным стандартам взлетно-посадочной полосы приложили и нардепы одесситы. Одесский аэропорт – это вопрос не только Одессы, а всей Украины. Это южные ворота Украины, это место, где сегодня отдыхают украинцы, учитывая, что Крым оккупирован и так далее, и так далее. И, наконец-то, кабинет министров на своем последнем заседании принял решение о выделении финансирования. Насколько я знаю, там речь идет о цифре в 500 миллионов гривен, однако эта цифра может измениться, потому что эти работы продлятся не один день,